Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракятух. Добрый день, дорогие друзья! До начала Рамадана осталось совсем немного, и в этом году Рамадан совпадает на середину мая. Как привести свой организм в порядок, как очистить его, чтобы нам, соответственно, было легче поститься? Но уж если назвать это совсем модным словом, то провести детоксикацию своего организма. Это сделать необходимо, я вам очень рекомендую, потому что все ваши органы внутренние, они очистятся. И вот как есть фраза «начать жизнь с нового, с чистого листа», так и ваш организм вступит в месяц поста обновленным и очищенным. И для этого я хочу предложить 6 рецептов детокс-напитка. Все необходимые продукты я уже подготовила. Вот видите, какая у меня ваза тут, и в одной вазочке ужились сразу фрукты, ягоды и овощи. Это все, что нам нужно будет. И я начну с первого напитка. Сюда входит, уже я нарезала, посмотрите, 2 огурчика, кожуру удалять не надо, мелко измельчила, и 2 стебля сельдерея, такого сельдерея. Очень легкий рецепт, заливаете водичкой очищенной, фильтрованной, 400 граммов, можете чуть больше добавить, я, наверное, доведу до 500. Вот так вот откушу, у меня 500 миллилитров. Охлаждаете, и вот этот вот напиток вы пьете в течение дня. Это первый рецепт. Приступаем ко второму. Откладываю в сторону. Второй рецепт детокс-напитка. Включает в себя одно яблоко. Я его уже нарезала, положила в бутылочку. Кожуру удалять не надо, потому что кожура тоже содержит полезные вещества. Добавляю сюда чайную ложку молотой корицы любого производителя, которым вы пользуетесь. Поверьте, в этом рецепте яблоко, корица и настоянные на фильтрованной воде сделают свое дело в очистке вашего организма. Добавляем фильтрованную воду. Бутылочка у меня тоже где-то 400-450 миллилитров. Столько же нам нужно воды в этом рецепте, то есть на одно яблоко и на чайную ложку корицы. Закрываем и ставим нашу бутылочку в холодильник на несколько часов, чтобы наш напиток настоялся и охладился. И в течение дня пьем этот напиток, ну, чередуя с какими-то салатиками и легкими блюдами. Для следующего рецепта, который включает такой смузи, сюда входит в рецепт 2 грейпфрута, я их почистила, порезала, 2 стебля сельдерея, чайная ложка, вернее, столовая ложка меда. В идеале, вообще-то, нужно добавить еще пару ломтиков ананаса. Ананаса у меня нет, но я могу и в таком варианте, без проблем. Для этого мне понадобится блендер с чашей. Всю эту массу опускаю сюда. Получится такой густой смузи. Если вы не любители густого смузи, в принципе, можете добавить немножко фильтрованной воды. Можете в густом варианте использовать, то есть можно будет это смузи есть ложечкой. Все, и включаю блендер. Все, наш смузи готов. Можно уже вылить в один стаканчик. В принципе, и не такой густой, и не жидкий. Такая средняя получилась консистенция. Вот, можно и трубочкой, можно и ложечкой. Ну, я думаю, что поставлю сюда трубочку. Вот такой аппетитный, красивый смузи у меня получился. Следующий рецепт – это смузи из сельдерея. Если вы с утра выпьете стакан или даже съедите, можно сказать, потому что реально вот этот вот смузи, он густой, вы получите мощный заряд бодрости на весь день. Ну и в плане похудения это вот просто бомба, я вам скажу, испробованный на себе. Для этого рецепта мне понадобится 3 стебля сельдерея, я их уже нарезала, 1 морковь, яблоко.
и взбиваем в блендере. Вот, как я уже говорила, густой смузи готов. Его реально можно есть только ложкой. Получится такой хороший и полезный завтрак. Его можно переложить также ложечкой. Все, вот этот смузи – это ваш завтрак. Больше ничего не нужно. Вот ложечкой его, в принципе, можно и употреблять. Следующий смузи, я его назвала вкусный смузи, потому что он реально вкусный. Сюда входит клубника и киви. Клубнику я уже порезала, здесь 200 грамм клубники и 3 киви мелко нарезанных. Перекладываю в кувшин. Здесь ничего не нужно блендировать, этот напиток, который тоже нужно настаивать в холодильнике 2-3 часа. Если есть земляника, ее тоже можете вместо клубники. Но земляники у меня сейчас нет, а клубника уже есть в продаже. 3 киви. Заливается это все 2 литрами воды. Смотрите, какой красивый получился напиток. Мы очищаем свой организм и получаем удовольствие от такого вкусного напитка. И последний рецепт – это напиток, детокс-напиток, в рецепт которого входит огурец, авокадо и щепоточку соли. Если у нас был вкусный, то теперь нужно чуть-чуть подсолить. И добавляем 100-150 мл воды фильтрованной. И все это блендировать. Все, наш напиточек готов. И я перелью его, пожалуй, вот в такую бутылочку. Даже написано, для детокс-напитков. Очень удобно, кстати, тут и трубочка, она фиксируется, чтобы не выпадала. Очень удобно, можно брать с собой на работу. В обед выпить, и это будет в вашем обеденном перерыве, вашим обедом. Налили в бутылочку, закрыли и взяли с собой в дорогу, я не знаю, на работу. То есть там, где будете находиться, ваш обед или ужин, или завтрак, он будет с вами. Ну вот, дорогие друзья, в кратчайшие сроки представьте себе 6 детокс-напитков. Посмотрите, какая красота, а сколько в них пользы. Я вам очень рекомендую тем, кто постится, и даже тем, кто не постится, периодически проводить очищение своего организма. Ну, тем более перед наступлением Рамадана, еще раз прям вот, очень-очень рекомендую, почиститесь хотя бы недельку, и ваш организм вам скажет спасибо. Ну а я вам желаю легкого Рамадана, баракятного месяца, будьте здоровы, я с вами прощаюсь. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракятух.